1xbet. Приветствую всех любителей спорта и делюсь последними новостями. Начнем, пожалуй, с футбола. В четвертом туре Лиги чемпионов большинство команд решило поделить очки. 5 из 8 матчей завершились с ничейным результатом. Одно из самых интересных противостояний, однако, случилось между Миланом и Челси. Его все запомнят из-за решения судьи Даниэля Зиберта, которое многие посчитали спорным. На 17-й минуте Томори немного придержал за плечо Маунта. И арбитр посчитал, что этого достаточно как для пенальти, так и для красной карточки. И это при том, что защитник потом отпустил соперника и нанес удар по воротам. Продолжив игру вдесятером, красно-черные пропустили еще один мяч, после чего игру можно было считать завершенной. Англичане выиграли со счетом 2-0, закрепив тем самым лидерство в своей группе. Я верю, что для судьи это был далеко не самый удачный вечер. В этом нет никаких сомнений. Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся уже сегодня. Напомню, действующим победителем турнира является мадридский «Реал». Тем временем Катар готовится принять чемпионат мира по футболу. Он стартует 20 ноября, однако дети из 25 стран соревнуются между собой уже сейчас. Чемпионат «Street Child» объединил уязвимых подростков, беженцев-сирот и детей из неблагополучных семей. Организаторы убеждены, что этот турнир даст ребятам возможность заявить о своих проблемах и быть услышанными. Юные футболисты могут продемонстрировать друг другу культуру и амбиции своих стран. Кроме чемпионата, они говорят о проблемах, которые их волнуют. Разрабатывают проекты, которые они могут реализовать по возвращению на родину. Футболки Марадоны и Пеле, футбольные мячи с первого чемпионата мира – все это теперь часть большой выставки «Мир футбола в Дохе». Все те, кто приедет на чемпионат мира в Катар, смогут совершить путешествие по истории футбола. В Музее Олимпиады и спорта уверены, им есть чем удивить своих посетителей. Выставка будет идти полгода и завершится в апреле 2023-го. Партнер показа – компания 1xbet, спонсор спортивных эмоций. Теперь о спорте в нашей стране. Борис в сухую проиграл китайскому Куньлуню в первом домашнем поединке Восточной конференции. В первом периоде в воротах столичного клуба побывали 3 безответные шайбы. Сразу после этого на воротах Юлиуса Гудачика сменил Никита Бояркин. Во второй части игры гости увеличили разрыв до 5, а в заключительной ничего не изменилось. Итоговый счет 0-5. Уже завтра Борис в Астане сыграет с адмиралом из Владивостока. Не заработали мы сегодня ни по плану, ни по тактике. В общем-то, еще раз говорю, он был сегодня быстрее, выиграл все единоборства, но, в общем-то, забивал все достаточно такое, все, что летело, скажем так. Закончим спортивную часть выпуска на позитивной ноте. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал 100-ю победу в своей карьере на турнире в итальянской Флоренции. Наш теннисист обыграл чилийца Кристиана Гарина 7-5, 6-2. Победа принесла Александру выход во второй круг. На этом у меня все. Занимайтесь спортом. До скорых встреч. Одинxbet.